тихонько собираюсь за городом. Сегодня 5 утра, превратились вот уже почти 7. Надо успевать нормально жить, не только вставать и бегать. Вот поэтому я встал, занялся своими делами, подготовился. И собираюсь вот выбегать на пробежку. Борюсь с ленью настолько, насколько с ней можно бороться. Офигенно все. Класс. Я лучше себя, наверное, за последнее время не чувствовал. Возможно, тут есть проблемы со светом. Но, тем не менее, наш разговор более честный. И я его ощущаю более правдивым. Потому что вот так есть на самом деле. Они много света. Вот так выглядит жизнь. И именно ее я хочу показать. Сегодня буду помогать разбирать гараж. Что-то здесь надо сейчас убрать. Надеюсь, что не все. Сейчас посмотрим. И продолжаем в том же духе двигаться только наверх. Только наверх. Другого пути вообще нету. И я даже не хочу даже рассматривать какой-то другой путь. Это неинтересно, не нужно. И вообще это бестолковое движение. Жить просто ради того, чтобы жить. Хочется делать что-то интересное. Двигаться в каком-то интересном направлении. И чтобы жизнь была яркой. Поэтому давайте там, собирайтесь, берите волю в кулак, настраивайте свои планы и берите ответственность за свою жизнь в свои руки. Все в ваших руках, только в ваших руках, никто кроме вас. Поехали. Ну, чего мы смогли добиться, собственно говоря, вот как стало. Выиграли 3 квадратных метра. У-у-у-у. Так что должен быть порядок. Я сегодня решил исполнить давнюю свою мечту и прыгнуть, окунуться точнее в прорубь. Так что выдвигаемся. Добрались. Тут люди водичку святую приобретают, либо приобретают, либо наливают, я так и не понял. Но цель определена в прорубь. Смотрите, какая красота. Все постройки деревянные. Прям коттеджный поселок просто какой-то. Вот там, наверное, судя по всему, мы и будем. Называется эта вся история «Гремячий ключ». Вот, так что сейчас охрана. Вон домик охраны, церковная лавка. Что у нас здесь? Здесь, ого. Вообще непонятная конструкция, конечно. Весь комплекс, по которому сейчас вот, вон он за моей спиной, весь комплекс построен на пожертвование. На самом деле уникальная вещь, очень красиво, сделано все из дерева. То подъем наверх, видимо, там самый основной источник находится, вон туда люди как раз идут с бутылями набрать, попить, посмотреть. Видимо, какой-то такой набор. Вот храм. В принципе, вот сзади весь комплекс этот, который мы только что с вами проходили. Вот, а вы были здесь? На самом деле съездите буквально, сколько у нас получается? Ну, не больше, чем час
дороги из Москвы. В принципе, на машине по Ярославке скину точку. Вот тут вот появится точка с картой, куда можно добраться, как это называется. Местечко шикарное. Так, сейчас ищем купели и будем искать, где можно здесь искупаться. Вот есть перед нами купель. Готов. Так, пошел прыгать. Одежда. Ладно, все, я побежал. Проходи. Я сделал это первый раз. Огонь внутри, все аж горит. На самом деле очень холодно сначала, а потом очень-очень жарко. Теперь можно сказать, что одна из тех задач, которые были на 2020 год, она реализована. Это, конечно, не прорубь, но с этой зимой прорубь это было слишком самоуверенно ожидать. На самом деле очень тепло, очень комфортно. Здесь на самом деле очень красивое место с этим подъемом. Вот, паломничество, купаться, оно вообще не заканчивается. Пришлось для того, чтобы все получилось как по видео, как я задумал, пришлось подождать, даже немножечко замерз. Ну, это вообще ощущения просто фантастические. Люди говорят, что как будто заново родился. Я, честно, не могу сказать, что прям переродился. Я прыгал в снег после бани. Ну, здесь другие ощущения, но очень схожие. Поэтому попробуйте, если никогда не пробовали. И я надеюсь, вам понравится, и эта рекомендация будет полезной. А вообще, напишите в комментариях, что, как у вас там? Мне всегда нравится вот это вот. Тут вот в комментариях там поставьте лайк. Что еще нужно? Колокольчик и подпишитесь на канал. Вот, все, так вроде все перечислил. Да, у всех видел. Нужно, видимо, обязательно эту штуку говорить. Знаю, это, видимо, ютубовское заклинание. Вот. Так что вот такое вот шикарное место. Здесь все подготовлено под то, чтобы можно было с удовольствием и главное качественно нырнуть. Я так понимаю, что этот источник он не замерзает, поэтому есть возможность здесь это сделать именно всю зиму. Сделано это комфортно, удобно.